1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день в стране проводят различные акции, конференции врачей, кинопоказы. Цель не просто привлечь внимание к проблеме, но и рассказать, где и как анонимно пройти обследование, куда обращаться, если диагноз подтвердился, и, конечно, что делать, чтобы не заразить других. Чума 21 века. Новые случаи заражения ВИЧ в России фиксируют ежедневно. Лишь по официальным данным, количество инфицированных приближается к миллиону. А сколько тех, кто является носителем опасного заболевания и не догадывается об этом? Хочется сказать и обратить внимание на то, что да, к сожалению, ВИЧ-инфицированные продолжают жить в наших рядах, но надо стремиться к тому, чтобы не было развития дальнейших стадий заболевания, то есть СПИД. Это 4, 5 и терминальных стадий. К счастью, сейчас очень мало заражений идет наркотическим путем, хотя они все равно есть. Но есть и половые пути заражения, есть парентеральные пути заражения и есть вертикальный путь заражения от матери к ребенку. Но даже у ВИЧ-инфицированных матерей есть возможность родить здорового ребенка при соблюдении ряда условий. Одно из них терапия. Антиретровирусные препараты продлевают жизнь больных на десятки лет. Но лекарства лишь сдерживают рост ВИЧ в организме, не убивая вирус полностью. На сегодняшний день зарегистрирован лишь единичный случай полного излечения от ВИЧ. Это американец Тимоти Браун. После пересадки костного мозга вирус из его организма полностью исчез. Медицина не стоит на месте. Мировые ученые работают над созданием вакцин. На сегодняшний день их более 50. Из них 3 разработали отечественные производители. Результаты первых исследования показали, что один из них может не только защищать здоровых людей, но и излечивать больных. Но пока главным оружием в борьбе с ВИЧ остается контрацепция. Ведь лучшая защита – профилактика. Сдать анализы и при необходимости получить лечение в любом городе, в том числе Ангарске, можно совершенно бесплатно. При этом анонимность медики гарантируют. Наталья Хмелева, Роман Буйнов. Местное время.